В городской думе наградили участников благотворительного марафона «Ты нам нужен». Всего за апельсиновую неделю было собрано более чем 6 миллионов рублей. Половину суммы пожертвовали крупные коммерческие организации, банки и торговые центры. Вторую половину неравнодушны к чужой беде горожане. Благодаря этому более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья получат такую важную и необходимую им помощь. Кроме того, в этом году активное участие в марафоне приняли школьники, студенты и даже воспитанники детских садов. Ведь сочувствовать и помогать никогда не рано. Всех, кто внес свою дольку добра в общее дело, поблагодарил лично глава города Вячеслав Сверчков. Конечно, сделано немало нами, но сегодня самое важное на то, что мы говорим много о доступной среде. Вот, наверное, доступная среда у нас в сердцах сегодня рождается. Да? Мы начинаем понимать, что внимание к людям с ограниченными возможностями – это не только пандус, не только коляски, это отношение к людям. Поэтому сегодня вот такая подвижка у нас в городе сделана.